Что касается позиции общественности по поводу лишения, возможного лишения ордена Михаила Сергеевича Горбачева, то я к этому отрицательно отношусь. И, во-первых, конечно, я являюсь, не являюсь сторонником далеко Михаила Сергеевича, но при этом я и эти общественники не нам судить и оценивать деятельность президента нашей страны, руководителя Советского Союза, великой страны. То, что в его период произошли трагические там, процессы для Советского Союза, в этом есть, конечно, его вина, но и есть вина всех людей, которые привели к тому, что произошло.